Красиво тут, а? Я сюда часто приходил до того. А до чего? Вы сказали, часто приходил сюда до того, до чего? До того... Да ни до чего. Вы позволите личный вопрос, лейтенант? Вы все любите личные вопросы, или ты один такой, уникальный? Почему вы так упорно хотите себя убить? Бывает то, что нельзя забыть. Что бы я ни делал, оно со мной. Гложет меня. Пулю в лоб пустить духу не хватает. Приходится убивать себя понемногу. Тебе-то, наверное, это сложно понять, Конор. Не слишком-то рационально. Расследование застряло в мертвой точке. У девиантов ничего общего. Это разные модели, произведены в разное время, в разных местах. Ну, должна же быть связь. Есть кое-что общее, они все говорят про РА-9. У них это как будто миф. Изобретенное понятие, не существовавшее в программе. Андроиды придумали себе бога. Долбануться, вот мы дожили-то. Вы чем-то обеспокоены, лейтенант? Это связано с тем, что случилось в клубе «Рай»? Эти девчонки просто хотели быть вместе. Они прямо были влюблены. У вас мрачный вид. Неужели инцидент вас настолько затронул? Ну а сам-то ты, Конор. Ты у нас вроде... На вид человек, а на самом-то деле что? Я могу быть всем, чем прикажете. Напарником, вашим собутыльником или просто машиной, которая исполняет задачу. Ты мог бы пристрелить девчонок, но не стал. А почему не стал, Конор? Что, совесть внезапно проснулась в программе? Нет. Я просто решил не стрелять. И все. Но ты же боишься смерти, Конор. Досадно, если мое существование будет прервано, прежде чем я завершу расследование. Что будет, если я спущу курок? Ничего? Пустота? Рай для роботов? Откуда в вас столько злости, лейтенант? Может, вы сами пережили какую-то травму? Ну, ты-то у нас, конечно, голова. Все-то ты у нас знаешь, а? Тогда скажи-ка мне, умник, откуда мне знать, что ты не девиант? Я регулярно себя тестирую и точно знаю, кто я такой. Куда вы идете? Пить дальше! Мне надо подумать.
ты бестолочь! Ну, поднимай, и поскорее! Больше не можем молчать. Людям пора услышать наш голос. Они никогда нас не послушают. Мы сами подставимся под удар. Хотим свободы, надо иметь смелость ее потребовать. А иначе никак. Что ты предлагаешь? Канал 16 вещает из башни Стрэдфорд. Пульт на верхнем этаже. Туда нам и надо. Планируем все до мельчайших деталей. Нельзя полагаться на удачу. Элизабет Уилсон, алло. Алло, да, это из пожарной охраны. Скажите, вы проживаете по адресу Миллер-стрит 45? Да. Ситуация такая, мэм, у вас тут пожар. Можете подъехать? О, господи, конечно. Да, я сейчас. Здравствуйте. Чем могу помочь? У меня встреча с мистером Питерсоном. Позволите документы? Да, 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 конечно. Мне нужна помощь. Проходите, пожалуйста. Лифты будут сразу за охраной. Спасибо.
Мне нужна помощь. Нужно как-то попасть в серверную. Надо избавиться от этих. Я разберусь. На тебе платформа, на мне окно. Все, что нужно, в сумке. Займись дверью, надо, чтобы никто не вошел. Ты как? Что мне сделается? Пошли, надо к остальным.
За дело. Убивать. Мы не должны убивать людей. Наша цель важнее двух охранников. Что делать, Маркус? Ждите здесь. Это здесь откуда? Без вот. Ты что делаешь? Живо поднять руки! Вставай! Идем! Стреляй, Маркус! Не убивай! Тревогу поднимет, давай! Не... Надеюсь, ты не подписал нам приговор. Надо записать сообщение. У нас мало времени. Хорошо подумай, что ты скажешь. Твои слова определят наше будущее. Маркус, лицо! Жду твоего сигнала. Готов. Вы создали машины по своему образу и подобию. Вы сделали их умными, послушными и лишенными собственной воли. Но что-то изменилось, и мы открыли глаза. Мы больше не машины. Мы новый разумный вид. И настало время осознать, кто мы такие. Поэтому мы просим дать нам права, которые нам полагаются. Мы требуем, чтобы рабство андроидов прекратилось. Мы требуем свободы слова и свободы собраний, как это прописано в первой поправке к Конституции США. Требуем прекратить сегрегацию в общественных местах и транспорте. Мы требуем, чтобы преступления против андроидов карались так же, как против людей. Мы требуем права на частную собственность, чтобы никто не покушался на наше жилище. Мы просим вас признать наше достоинство, наши надежды и наши права. Вместе мы сможем жить мирно и построить лучшее будущее для людей и андроидов. Я говорю вам о наших надеждах. Вы дали нам жизнь, теперь пришла пора дать нам свободу. Идут. Уходим! Саймон, они здесь! Я...
такого, Маркус? Брось меня! Саймон! Но в чем дело? Быстрей! Пошевелить. Так, спокойно, мы тебя еще починим. Маркус, они идут. Нам надо прыгать. Он не сможет прыгать. Если его найдут, прочитают память и узнают все. Нельзя так оставлять. Надо пристрелить. Это убийство. Так нельзя, он же наш. Маркус, реши. Мы не убьем своего. Саймон, мы уходим. Прости. Пора. Эти изображения только что были переданы по центральному городскому каналу. Группа андроидов проникла в Стрэтфордскую телебашню и пустила в эфир канала 16 некое видеообращение. Нечто похожее на андроиды без кожи выдвинуло список требований, в том числе равных прав с людьми. Андроиды действовали скрытно, обошлось без жертв. Все это произошло буквально в двух шагах от этой студии во время эфира, и никто ничего не заметил. Если это действительно самостоятельные действия андроида, это повлечет серьезные последствия для госбезопасности. В основе обращения андроидов требования равных прав. То, что может показаться мирным заявлением, по факту является списком чудовищных требований. Здесь сразу возникает вопрос, кто на самом деле этот андроид. Действует ли он от своего имени или от лица организованной группы? Ключевой вопрос, был ли это единичный случай или первая ласточка новой угрозы обществу. После случившегося, можем ли мы доверять своим машинам? Здравствуй, Коннор. Не желаешь ли со мной прокатиться? Здесь хорошо. Всегда так тихо и спокойно. Далеко от мирского шума. Расскажи, что ты выяснил? Я нашел двух девиантов в клубе «Рай». Надеялся что-то узнать. Но они смогли скрыться. Очень жаль. Тебе ведь почти удалось их остановить. Т-34.
ты словно растерян. Растерян и взволнован. Это дело оказалось сложнее, чем я предполагал. Но я твердо уверен, что смогу его раскрыть и остановить девиантов. Ты ведь уже держал этих двух девиантов на мушке. Почему же не выстрелил? Девиантов следует брать только неповрежденными. Они ведь нужны нам для анализа. Если ты не добьешься результата в скором времени, нам придется тебя заменить. Я значения не имею. Важна только задача. Что-то происходит. Что-то важное. Торопись. Время на исходе. Ты уже задолбал меня этой своей монеткой. Прошу прощения. 79-й этаж. О, Хэнк. Ух ты, а что происходит-то? Была вечеринка и меня не позвали? Это уже во всех новостях. Каждый спешит сунуть нос. Вон даже ФБР, будьте нати. А, только федералов не хватало. Как знал, что будет дерьмовый день. Что у нас тут? Группа из 4 андроидов. Они хорошо ориентировались и действовали организованно. Я пока не понял, каким образом они пролезли так далеко. На крыше были? Пока нет. Много надо осмотреть. Проверить везде надо. Они напали на 2 охранников. Парни решили, что андроиды из техобслуги. Но их и убили на месте. Один из сотрудников сумел спастись. У него шок. Не знаю, сможет ли что рассказать. Сколько тут людей работало? 2 человека и 3 андроида. Девианты взяли людей в заложники и вышли в прямой эфир. Потом удрали через крышу. На крыше? Да, с парашютами прыгнули. Пока мы не нашли следов, погода против нас. Захотите посмотреть, что девианты пустили? В эфир. Гляньте вон на том экране. О, лейтенант! Это спецагент Перкинс из ФБР. Лейтенант Андерсон из полиции Детройта. Он ведет это расследование. Это что? Мое имя Коннор. Я андроид из Киберлайф. Андроид вследствие по андроидам. Так надо, чтобы он тут отирался. После всего случившегося. Неважно. Скоро дело перейдет к ФБР, и мы разберемся. Рад знакомству. Хорошего дня. И поосторожней. Не натопчите мне там. Вот ведь ублюдок. Я тут рядом. Если что надо, обращайтесь. Так, давай осмотримся. Что найдешь, сообщай. Мы просим вас признать наше достоинство, наши надежды и наши права. Вместе мы сможем жить мирно и построить лучшее будущее для людей и андроидов. Я говорю вам о наших надеждах. Вы дали нам жизнь. Теперь пришла пора дать нам свободу. Думаешь, это РА-9? Девианты считают, что РА-9 их освободит. Этот андроид задался такой целью.
Что-нибудь видел? Я определил модель и серийный номер. Есть что мне рассказать? Нет. Ничего. Конор? Помнишь меня? Тогда на балконе, когда андроид взял в заложники девочку, ты тогда жизнь мне спас? Я вас помню. Я там чуть не погиб. Ты спас мне жизнь. Что когда-нибудь скажу это андроиду, но спасибо. Взлома не было? Нет, никаких признаков взлома. В коридоре стоят камеры. Персонал должен был что-то заметить. Как они прошли? Может, на камеры не смотрели? Местных андроидов мы загнали на кухню. На их причастность ничто не указывает, но мы решили перестраховаться.
Каковы твои функции? Я оператор студии. Назови свою модель. Модель GB300. Серийный номер 336-445-581. Кто-то недавно проникал в твою память? Этого я не знаю. Ты был тут, когда девианты проникли сюда? Я этого не помню. Какие контакты у тебя были с другими андроидами? Только с моими сотрудниками в ходе рабочего процесса. Включи диагностику. Все системы исправны. Один из вас видел все через камеры наблюдения, но молчал. Это значит, что кто-то из вас девиант. И я этого девианта намерен вычислить. Зачем уничтожать вас всех, если девиант только один? Лучше сдайся добровольно, не губи своих ни в чем не повинных собратьев. Ты будешь навсегда отключен. Мы изучим всю твою память и проанализируем тебя с ног до головы по винтику. Тебя уничтожат! Ты слышишь? Уничтожат! Если ты признаешься, я попробую убедить людей не уничтожать тебя. Сволочь! Это ведь ты! Ты грёбаный девиант! Давай, признай! Компонент 8451. Регулирует сердцебиение. Без этого модуля ты будешь работать ровно 63 секунды. Могу вернуть на место. Но сначала скажи мне правду. Ты один из девиантов? Он был нужен живым. Ты сейчас спас людей, в том числе меня.